Сегодня у нас состоялось большое образовательное событие «День открытых дверей». Благодарность не просто слово, а целый мир. Всегда мы готовимся очень тщательно и с особым трепетом к проведению таких больших поистине праздников для наших воспитанников и их родителей. Образовательная программа сегодняшнего дня состояла из нескольких блоков. Первым проходил открытый урок, который давали педагоги школы, чтобы продемонстрировать образовательный процесс для родителей обучающихся. Второй урок вели уже сами дети. Во всех 19 классах состоялись открытые уроки по всем учебным предметам. В перерыве между открытыми уроками и родительскими собраниями гости смогли ознакомиться с нашей замечательной выставкой, которую каждый класс подготовил в рамках первого этапа образовательного события «Искусство быть благодарным». Ребята в своих арт-объектах, постерах, творческих работах показали, кому и за что они благодарны в этом мире. Наши воспитанники всегда рады удивить своих родителей своим творчеством. Поэтому в этот раз мы подготовили большое световое шоу «Эхо внутреннего света», где хотели показать, что каждый человек в себе несет внутренний свет, которым готов делиться с окружающими и делать этот мир лучше. Во-первых, мы очень рады быть здесь. Мы здесь не первый раз и на Дне открытых дверей именно. И, как всегда, потрясающая организация, очень интересные уроки поставлены, интересные очень темы, когда даже взрослым интересно. Дети все задействованы, все это с какими-то рисунками. Атмосфера преподавателей просто божественная у вас. Подход к каждому ученику, ведение урока, объяснение – это все просто прекрасно проходит. Что несет для нас? Информацию, совершенно верно. Помните, мы в прошлый раз с вами говорили о том, как люди получали раньше информацию. Как они ее получали? Письмо друг другу писали, совершенно верно. Привет, ребята. Помните, я говорил вам, что занимаюсь футболом и через 3 дня участвую в своем первом матче. Приходите поболеть за меня. Я буду вас очень ждать. А в завершении сегодняшнего дня состоялись открытые тренировки на полях Академии. Gracias.